Нет, не пугают. Дмитрий Юрьевич, ваша жена находится в дурке, ее определили. Белая горячка. Я Лариса Гузеева, и это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Павел, Антон и Дмитрий. А невеста у нас Анна. Здравствуйте. Рада вам приходить. Анна, 24 года. По вине мужа приобрела диагноз бесплодия. Но, став матерью, вопреки прогнозам врачей, услышала от отца своих детей страшные признания. Анна по образованию учитель начальных классов. Работает директором по коммуникациям в организации для детей с нарушенным слухом. Гордится тем, что в одиночку справляется с ролью мамы детей-инвалидов. Предупреждает, что уборку в своем доме доверяет только профессионалам. Анна не видит рядом с собой прижимистого мужчину с обилием татуировок на теле. Выйдет замуж за смелого, ласкового обладателя красивой улыбки, стабильной работы и доброго сердца. Здравствуйте, девочки, как вас много. Прям девочки-девочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вам подарить, пожалуйста, подарки? Спасибо. Очень по-питерски. Это да, книжки. Спасибо, очень приятно. Что могу сказать? На самом деле, учитель начальных классов, Петрович, это твой вариант. Что за страшные признания вы услышали, Анечка, от отца своих детей? Ну, он был достаточно молод и был не готов стать папой. Ну, вы тоже не пожелаю вам сегодня 24 только. Ну, я очень хотела детей. А он хотел? Ну, он был не готов. Младше вас? Нет, старше был на 2 года. Замуж вас звал? Я готовилась к этому вопросу. Мы говорили о свадьбе, но это скорее я мечтала, хотела. Но он... Но не хотел он, не шел говорить. Екатерина, вот вы же женщина взрослая, книжки пишете, умная, значит, да? Вы же должны были девочке сказать, если тебе замуж не втерпешь, то мальчик, который рядом с тобой, юный, может думать совершенно по-другому, иначе. Молодой. И это желание было же вашей дочери, и замуж, и детей родить. Ну, по залету вышли. Мы не расписались так. А, так и не расписались. То есть он не хотел, я так подозреваю, ни детей, ни жениться. Ну, сначала он не поверил, то, что я беременная. Потом... Ну, он сделал предложение, но это было уже для галочки. Ну, это называется из-под палки, ну, да. А то, что у нее дети есть, вот тем более двое даже. Тебе как? Ну, дети-то это богатство жизни. А что за ситуация была, когда вы уже отчаялись в свои 19 или 20 лет иметь детей? Ну, у нас были очень сложные отношения. И в один из таких дней была потасовка, где он облил меня душем, чтобы как-то остудить мой пыл или что-то такое. То есть вы дрались? А в чем сложность вообще была отношений? Да. Ну, мы познакомились на сайте знакомств, да. И загорелась любовь, страсть. Все было хорошо, первые 3 месяца очень хорошо, но потом... Когда я заступалась за мужа бывшего. А вы во сколько первый раз сбегали замуж? 18 лет вышла 18 замуж. Лет? Ну, я хотела в 16, но нам не разрешили власти. И сколько прожили с первым мужем? В браке 2 года. История 16, очень интересная на самом деле, что она рассказывает. А я просто решили в 14 лет вышли. Мне пока еще непонятно до конца. Значит, он вас облил душем. За что? Как вы себя вели? Ну, он был очень ревнивый, катастрофически. А вы упоминали мужа или все время сравнивали? Почему он к нему вдруг? Ну, он ревновал, потому что мы когда познакомились, у нас еще не было штампа о разводе, мы развелись, и все равно, ну, он ревновал. А вы встречались, созванивались? Ну, мы общались, да. Паша, ты ревнивый? А да я бы не сказал, не особо. Екатерина, у вас сколько детей? Две дочери. Две дочери, да? Скажите, а почему вот такое попустительство? Ну, все делала не так. Вот с самого начала вот все не так. Ну, нужно же рассказывать. Или вы так вот заняты были книгописанием? Нет. А что? Мы много разговаривали. Но девочка очень эмоциональная. Угу. Когда влюбляется, теряет голову абсолютно. Угу.
Вплоть до того, что когда я закрывала ее дома, она вылезала через окно. А там была причем решетка. Окно с решетками. Мне что-то запретить нельзя. Хорошо. Когда вам удар под ребра, душ, вы еще не были беременны, да? Нет. Ледяной? Это было до беременности. А почему не бежали от него? Почему все равно вам? Я постоянно смотрю ваши передачи с большой любовью. И я отлично слушала все ваши советы, то, что нельзя ничего терпеть. Я это все понимала достаточно... А от мамы скрывали, естественно, конечно. Да? Конечно. Угу. Но и все равно видели его отцом своих детей и хотели с ним прожить до гробовой доски, правильно? Я просто видела его другим, не как все остальные, для которых он не открывался. Ну как девчонища любовь? Я просто искренне верила, то, что я смогу его изменить. Я просто видела в нем потенциал. Хорошо, вот вы беременеете, сообщаете ему, что он? Ну, он... Я как сейчас помню этот день, но он... Да-да-да, хорошо, но он не поверил. Он там переписывался со своей сестрой, там о том, что я его так мечтаю затащить замуж, что напридумывала, там, сходи ее проверь к своим гинекологам. Ну, хорошо, когда уже вы родили девочек... Он же все это время не был с вами, да? Нет, он был рядом. Ну, как тебе, девушка? На первый взгляд. Ну, яркая, яркая. Но надо еще посмотреть получше. А что не расписались-то, раз он был согласен, чтобы дети родились в браке? Просто у меня была тяжелая беременность, это двойня. И мне с пятого месяца нельзя уже было ходить. Мне только лежа можно было, иначе там... Да, мальчику наскучило. Нет, он приезжал ко мне в роддом, он все делал. Почему до ЗАГСа не дошли, миленькая? Ну, я считала, что сыграем красиво свадьбу уже после рождения детей. Сколько сейчас вашим деткам? Год и 11. Мужчина, который нападает на свою семью, это не мужчина. Это тряпка, который ищет свою силу именно в слабости. А у меня вот вопрос, а вот что за такие штучки у детей на это? Что? 3 месяца нам поставили диагноз тугоухость 4-й степени, граничит с глухотой. Они вообще не реагировали на звуки. Дальше шел длинный процесс оформления инвалидности, хождения по нетрадиционной медицине. Дети инвалиды, да? Ну, а прогнозы какие? Они проимплантированы, и они сейчас все слышат, отзываются, все понимают, что хорошо, ты говоришь. Скажите, а это восстанавливается или нет? Нет, ну вот они вот с аппаратом слышат, это когда его снимаешь на ночь. Имплант вживлен. И вы знаете, как раз я вот чем очень горжусь, что моя дочь совершенно потрясающая оказалась в мужественности человек. Да. Она не просто не растерялась, когда вот это случилось, она вела себя настолько по-взрослому, настолько оптимистично, она ведет дневник каждый день, о детях пишет. Молодец. Ну, то есть сильная, да, девушка? Ну, как вот такие проблемы? Ну, хорошо, что не бросила, не отказалась. Вы живете вместе? Нет. У вас вы живете отдельно, да? Да. А кто подарил-то эту отдельную квартиру-то? Мама. Большая квартира? Да. Ну, а давайте посмотрим, у нас один есть. Доброе утро. Сегодня я покажу вам, как мы живем. Один день из нашей жизни. Барабан звучит. Да, Селена, смотри. Вот так мы передвигаемся. Главное, следить за всей едой. Скажи, собачка, спокойной ночи. Пока-пока. Лошадка, пока. Скажи, пока-пока, мы спать. Пока дети спят, можно быстро приготовить ужин. Ну, человек, видно, сразу независимый. Человек сразу видно, что ответственный и серьезный. Тем более, водит, управляет автомобилем самостоятельно. Ну, это говорит о том, что она с двумя детьми еще к тому же, да? Вот смотрите, вы хотите мужчину, у которого есть дети. То есть он либо отец-одиночка, либо вдовец. С удовольствием. Я вообще мечтала о большой семье, чтобы было много детей. Я бы с удовольствием взяла. Работать не будете? Буду, конечно. Зачем вам идти обучать чужих детей, когда у вас есть свои, вы можете реализоваться так. Вы не голодаете, у вас есть, занимайтесь своими детьми.
Что может быть благороднее? Я буду заниматься, но я хочу помогать таким же деткам. С моим помогите. Же... Если у вас будет большая семья, если в ваш дом придет мужчина... Уже... А, кстати, он, вы допускаете, если мужчина придет в ваш дом? С удовольствием, милости просим. То есть, ну, то, что в прямаках будет ничего? Главное, чтобы его это не смущало. Я бы тоже хотел большую семью. Но это получается уже сразу трое общих детей. Трое детей, еще если общего, сразу четверо будет. Да, Елизавета, вы можете развлекать девчонок. Спасибо. Посмотрите, как у нас здесь красиво, сколько цветов. Пойдем, покажите им правильно все. На что будете обращать внимание? Ну, понятно, чтобы не пил, не курил. Во-первых, Аня всегда четко знает, что за ней большой наш семейный клан. Я это... про мужчину, который должен влиться в этот клан. Я понимаю. И вот когда он будет вливаться, мы это увидим. А сегодня? То, что, к сожалению, первые два ее супруга абсолютно были неподходящие, это было видно и очевидно всем, кроме Ани. Тестировать как-то будете? Есть какие-то вопросы? Что для вас принципиально сегодня... важно? Да, и для вас тоже, Анечка. А на что глаза закроете? Значит, на благосостояние мужчины. На то, что... Происхождение, из какой семьи важно? Это очень важно, потому что свой социальный круг, это свой социальный круг. Ну, давайте будем считать, что все ошибки, которые Аня совершила, были в прошлой жизни. На сегодня в сухом остатке есть две прелестные девочки. И она потрясающая. Чудо какие. Мать. Мама потрясающая. Образование выглядит восхитительно и очень молода. То есть это огромный плюс. Ну, я думаю, будет сложно в их семье стать главой семьи, давай, потому что иди, мама там очень активна. Роза. Ой. Семейная жизнь и так трудная. Поэтому даже еще королева Виктория говорила, что если бы все девушки знали, что их ожидает семейная жизнь, поэтому, в общем-то, и плакали, то, ну, не знаю, выходили бы замуж или нет. Но прямо на... королева Виктория так говорила? Да, я прямо вот недавно смотрела вот, мысли известных людей. Но выходить надо, без этого никак, потому что не состояться как жена, как мать, ну, невозможно для женщины. Ну, собственно говоря, трудно. А еще здесь... А еще девочки должны видеть образец. Вы знаете, это ваши девочки. Уж извините меня, пожалуйста, мама. Вот это не ее вина, это ее беда. И вся вина на вас. Вы виноваты во всем, собственно говоря. А сейчас вы уж как-нибудь эти, давайте, вещи, ну, почищать. Я понимаю, родитель не рождается, родитель не становится. И у меня, может, какие-то там, я тоже что-то неправильно делал. Но сейчас не правильно. С двумя детьми, да кто вас возьмет? Вот если так, да, умница, красавица. А у меня, у племянницы не такие, там, полегче, слава тебе, Господи, собственно говоря. Но я знаю, что прошла моя заловка и мой родной брат. С одним ребенком, сколько было вложено терпения, любви и всего остального, вас двое. И вы думаете, что прям побежали вашего круга мужчины, не разбежались. И на двоих детей не разбежались, даже если молодая. Я рекомендую взять мужчину вообще без детей. Пусть он на вас, вот глядя на вашу молодость, вам помогает, силы вкладывает. А вы еще своего третьего родите, и девчонкам меньше травмы будет. Я вообще считаю, что рождение детей – это ответственное мероприятие, причем с обеих сторон. И тут нельзя быть инфантильным каким-то и безответственным. Чужих детей, не своих, я так говорю, полюбить очень сложно. Понимаете, даже если случается порыв, ну, потом все будет зависеть от вас. Поэтому должен быть мягкий, взрослый, очень терпеливый и, ну, так сказать, человек, который уже битый. И вы для него будете таким сюрпризом, потому что молодая, потому что симпатичная, потому что не нужно ему будет ломаться на трех работах для того, чтобы содержать ваших девочек. В общем, максимально благополучного. Можно столько пыли... пустить глаза, а потом все начинает потихоньку выясняться, кто есть кто. Скажи, пожалуйста, Тамарочка, какое будущее у Анны? Кто Анна. Должен это будущее осчастливить? Аня, я хочу сказать, вы человек, безусловно, очень сильный, поскольку стрелец, в первую очередь, и солнце в огненном доме. Вы можете, конечно, горы свернуть, но уповайте на то, что у вас есть очень светлое начало, вы человек семьи. Вот. Вы человек с хорошим вкусом, у вас всегда будет очень хороший дом, всегда. Вы не потеряете имущество, даже если кто-то будет покушаться на него. И хочу сказать, что
с годами вы умеете встать на позиции другого человека. То есть вы, когда общаетесь, вы можете понять его, войти в его положение, войти в его шкуру буквально. Смотри, она стрелец, это очень яркий знак. Ты как? Ну, ты не боишься? Стрельцов у меня еще не было, скажем так. Вы будете заниматься детьми первую половину жизни. И только после 42, по большому счету, войдете в свой возраст, набив еще шишки некоторые. Я не доживу один. Вот. Но нет, я имею в виду, она поднимется в этом возрасте и займет очень высокое положение. А сколько понимаете? Вам лет? Ну, жить в эту пору. Ну, сколько вам лет сейчас? Мне 56 уже. Но я хочу сказать, нет, вы же... Но я не понимаю, почему вы себя хороните. Вы женщина сильная. Здоровьем занимаетесь. Да, занимайтесь здоровьем. Зачем это? Я считаю, Анечка, вы уже своих помоечных мужчин прошли. Хорошие девочки из хороших семей всегда ищут экзотику. Поэтому знакомьтесь с первым женихом. Надеюсь, вам повезет. Удачи. Спасибо. Здравствуйте, Анна. Я Павел. Это вам. Спасибо большое. Но собаку я вам не отдам. Это мой сынок. Спасибо, проходите. Павел, 34 года. Работает начальником отдела компьютерных и издательских технологий в Государственном учреждении культуры. Играет в КВН, футбол и покер. Гордится тем, что родился в СССР. Мечтает отправиться в морской круиз. Предупреждает, что большую часть свободного времени тратит на свою племянницу-инвалида. Павел получил травму, несовместимую с личной жизнью, и был вынужден прекратить отношения с возлюбленной. Надеется, что Анна исцелит его своей любовью. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. К нам приходили девушки с маленькими собачками, это нормально. Но чтобы вот мужчины никогда... Я так понимаю, больше любит собак, а детей своих нету. И поэтому человеку еще все впереди, он еще жизнь-то не видел. А что за травму вы получили несовместимую с жизнью? Простите, какой из членов вы повредили? Я повредил пятую точку. Пятую точку? Это какая прелесть. На футболе. Вот, я попал в больницу. То есть сдохни от зависти, Дженнифер, да? Ну, в общем, да, она могла бы сдохнуть. А можете нам посоветовать, как так повредить, чтобы она округлилась? Ну, что нужно сделать? Наверное, надо набрать веса и упасть с высоты собственного роста и проехаться еще по очень грубой поверхности. Главное, чтобы проехаться не вот так, чтобы как рыба камбала, да? Как говорят в Одессе, широкая и плоская. А нужно... Хорошо. И никакие импланты не нужны, рост. Представляешь, какое счастье. И цвет приобретает очень замечательный. Да? Да. Такой цвета загара синюшного. Круто. Мне кажется, что собака будет козырем. Что с любовью у вас было? Всякое было. И любовь была, и расставания были. Ну, расскажите, кто сердце вам... Ну, разбил. Были девушки. Ну вот в последний раз как раз в связи с тем, что травмировал свою пятую точку, у нас пришлось нам общаться исключительно по телефону. Потому что до... А как пятая точка может помешать вообще? Она тоже сломала себе ногу, она тоже лежала в больнице, я к ней приезжал каждый день. Ну так и хорошо, вам же не мешала раненая попа. А почему ей помешало вдруг любить вас с раненой ногой? Нет, она ходила на костылях, она лежала у себя дома. Ну, это же все временно, смотрите, это же все временно. Ну, сколько вы там лежали? Ну, и так получилось, что все-таки взыграли, как сказать, эгоистичные порывы. И также по телефону, грубо говоря, мы и расстались. Какой необычный случай, да? Разрушились отношения из-за... Из-за того, что разрушилась задница? Ну, хорошо. В 34 года вот такая одна невинная история. Бог с вами. Детей у вас нет? Нет. Есть племянница, которой вы отдаете много сил и здоровья. У нее что, ДЦП? Там ДЦП с осложнением, но еще... Она, девочка много операций перенесла. Ой, поэтому... дай бог ей. Да. Скажите, а вместе живете? Да. А возможности жить отдельно нет? Ну, есть возможность снимать квартиру, это лишние траты. Да, а какой пока... город? Москва. А давайте посмотрим, как вы живете в Москве. Это моя белога, это три мои... самых нужных вещей в комнате. Моя зебра, телевизор и компьютер. Все
сегодня утро пятницы, надо собираться на работу. Ну, естественно, начать нужно с завтрака. Это передача «Алло, мы ищем чё пожрать». Колбаса – лучший завтрак. Ну и, конечно, надо сварить кофе. До работы мне идти 20 минут пешком, поэтому я поеду на машине. Я тоже умею готовить, 16 лет живу отдельно от родителей, поэтому половина кулинарной книги я знаю наизусть. Вот у нас здесь петербургская интеллигенция. В хорошем понимании я без иронии говорю просто-напросто. Просто мама не раз говорила, не равный брак, не нашего круга. А вы из чьих будете? Я из московских озорных гуляк. А, из простых? Ну да, собственно. Вот. Нет, как в этом случае неравный брат? Недавно дома появился. Мама. А вот вы 20 минут пешком до работы. А работаете сейчас? Я работаю в учреждении культуры. Я заведующий отделом. Вот это очень интересно. Угу. Согласна? Ну, скажите, подойдет. В Питере найдете работу? Ну, в Питере две профессии актуальны. Гид и уборщик. Я думаю, что и тем, и другим я владею. Кстати, то, что вы с юмором человек, это уже хорошо. Вредных привычек, алкоголь, сигареты? Курю. Иногда могу и с друзьями. Ну, если будет выходить. Да. У нас прекрасно перед парадным, там такой садик. Вот я давно не слышала это курит, замечательное слово «парадное». Ну, питерское. Парадное, поребрик, кура, шаверма. Он готов, готов. Даже кажется, они как-то внешне подходят друг к другу. А материальный достаток мужа, вы сказали, вам не важно. А как вы, я слушаю вас. Мама, у вас, наверное, хорошо все с приданным. И наследство хорошо. Давно уже все это. Потому что я не понимаю, на что она надеется. Нет, все хорошо, правда. То есть и хватит и на троих детей, и на... Да, понятно. Как вы мне нравитесь, как вы мне нравитесь. Роза, по поводу материального. Ну, если, так сказать, это так принципиально, можно составить брачный договор. Все. Обязательно. Маша, естественно, останется моим внучком. Ну вот, меня другое интересует. Если это важно, готовы ли вы пройти генетический тест? Генетический тест. На совместимость? Нет, на генетику, потому что, чтобы не было следующих глухих детей. А вы считаете, детей. Что... Это не я считаю, это врачи. Мне кажется, Павел, он уже наоборот перерос тот именно возраст, когда надо было заводить детей. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция, либо тайна. Скелет в шкафу. Фотографии так понравились, что уже надо шкафу. Боже, что такое? Статья 2020. Ну, вы знаете, есть... Такие места скопления детей, а иногда там бывает еще скопление мужчин с бутылками пива, например. Mm-hmm. И вот за это забирают в СИЗО. Вы больше не будете хабарики, нет? Хабариками стреляться на детской площадке? Нет. Сюрприз покажите. На детской площадке пить спиртные напитки, это, не знаю, это... В Питере такого нет, я точно могу сказать. Говорите, думаю, что надо делать. У нас, ну, надо одеть, конечно, сначала фартук. У нас их два. Давайте вам помогу. А что будете готовить-то, Павел? Мы будем готовить белорусские драники. Можно еще. Как это вкусно. Да. Антон, а ты умеешь драники готовить? Умею, там ничего сложного нету, но, правда, не так часто и готовлю. Это яйцо, втертую картошку и добавляем муку. Ага. Самое главное в этом деле, чтобы масло было достаточно разогрето. Денис умеет то же самое делать, и с картошкой не только такое блюдо умеет делать, поэтому что это очень все просто. А соус знаете какой? Быстро. Соленый огурец на терке со сметаной и мелко порубленным укропом. Просто потрясающе будет. Спасибо вам большое. Паш, ну что, вы произвели на нас впечатление. Даже симпатичные какие драмы. А вот чтобы узнать мнение Екатерины и Анны, мы послушаем, но после того, как вы уйдете в свою комнату. Спасибо вам большое. Слушайте, ну прямо... А что за порода-то? Красиво. Что за порода, свидания? Это лабрадор ретривер. Эти бози мой. Шоколадный. Это щеночка еще. Да, ему 3 месяца. Потом такая лошадь вырастет. Он невесту уже почти нашла.
Не, лабрадоры, они добрые. Екатерина, как вам, Павел? Мне понравилось, как вот эту псинку, он так прямо ласково брал, как ребенка, правда? Так. Да. Псинку, а вот мне так очень понравилось, что он такой естественный. Да. Он не пытался здесь не произвести впечатление. Как собака его, он был таким же органичным вот в этой непривычной обстановке. Ну что, Павел Петрович? Павел Петрович, так, ты был, мне кажется, ты был неотразим. Хороший. Как вам? Мне очень понравился, когда на сцене сюрприз показывал, от него исходила уверенность. Только не обижайте его, особенно на первых порах, когда он приедет и будет адаптироваться в Питере. Будьте немножко снисходительны. Хорошо, дайте ему время освоиться. А неужели в ней так чувствуется снобизм? Вот чего нету, нет, в ней снобизм абсолютно нету. Все равно как-то немножечко повнимательно. А к тебе как, Рос? Я как раз говорила, что вам лучше бы выйти замуж, если такая возможность будет. За мужчину, у которого нет детей. Но я бы не согласилась с тем, что на нем можно ездить. Может, он и долго запрягает, но ездит он быстро. Вы у меня какой-то тихий груз просто. Нас даже не спросили. Потому что я вас затмил, ты понимаешь? Да. Хочу сказать, что Павел рак. И он, конечно, личность. И в его жизни, в первую очередь, важен он, безусловно. И луна у него в Деве точно так же, как у вас, поэтому внутреннее понимание друг друга, оно обязательно сразу могло возникнуть и появилось. У вас еще есть жених второй. Проходите, знакомьтесь. Здравствуй, Аня. Меня зовут Антон. Очень я приятно. Обычный, хороший парень, который тоже умеет готовить, который любит большую семью. Пойдемте знакомиться. Пойдем. Антон, 30 лет. Директор магазина в сети продуктовых магазинов. Занимается развитием собственного бизнеса. Любит читать образовательную литературу и готовить мясные блюда. Гордится тем, что всего в жизни добивается сам. Предупреждает, что его избранница должна поладить с его сыном. Камнем преткновения в отношениях Антона с супругой стали 100 тысяч рублей. Надеется, что для Анны семья бесценна. Здравствуйте. Вы пришли с сыном. Здравствуйте. А вы? Подруга. Подруга. Ого. Молодая, с длинными волосами, которая так хорошо знакома с мальчиком. Что за подруга? Шикарная фигура. Я замужем. Счастлива замужем. Антон мой университетский друг. Университетский друг. А как так вообще прийти, жениться и жениться? Ты знаешь, такое бывает. А, дружба между мужчиной и женщиной? Многие не верят в дружбу. А я скажу, что и такие случаи, примеры в моей жизни есть. Кто кому не дал 100 тысяч, которые вас развели с вашей женой? Получается, я не дал 100 тысяч. Вот. Но как не дал? Не просто не дал, я объяснил, что был неподходящий момент. Как раз а на когда... что она просила? Она попросила, чтобы, так сказать, обновить себе машину. У нее была машина тоже, ну, неплохая, хорошая, в хорошем состоянии. Вот. Она захотела машину получше. Как раз тот момент, когда я продал, собственно, свою машину, чтобы все деньги вложить в бизнес. Вы были официально женаты? Нет, не были. Вы же уже однажды расставались с ней еще до рождения ребенка, да? Когда узнали про какой-то ее грязный флирт в сетях. Поясните, кстати, что это такое? Ну да, мы расставались, получается, не один раз, а несколько. Угу. Вот, потому что так получалось, что я никогда не чувствовал себя единственным. Вот, у нее постоянно было общение, как бы, с друзьями, так сказать, на стороне. Девушка, которая действительно просит деньги, как бы в семье такого не должно происходить. То есть тут именно вот эти моменты денежные должны решаться как-то все вместе. Послушайте, ну если сходились, расходились, значит для вас досужие разговоры были ни о чем. Вы ее любили, вы верили только своей вот женщине, и вам было все равно, потому что вас к ней тянуло, правильно? Ну, получается, я прощал все каждый раз. Она любила наряжаться, она любила тусоваться. Для нее семья... Ну, она говорит, что семья важна, но... Почему-то замуж отказалась выйти, сказала, что ты хочешь меня привязать, чтобы я там дома сидела и никуда не ходила. Слушай, да нет, просто как-то хочется, чтобы у ребенка были и мама, и папа. Ну, не поняла, скажем так. Давит на жалость. Просто нет, вот сейчас все, детей отпустили.
это сыграло на руку им больше. Потому что были бы дети, может быть, по-другому и обстановка бы пошла. Смотрите, вы не женились. Я думаю, если бы вы настояли, все бы случилось. Вы сидели, как с ваших слов, целыми днями в интернете. Вы таким образом зарабатывали? Ну, это вот был последний месяц, да, когда именно перед запуском сайта, там, по доставке, собственно, приходилось очень много времени после работы сидеть еще дополнительно дома в компьютере, чтобы все это дело запустить. Вы ей не помогали с ребенком? Она сказала, ну, раз ты не помогаешь, я найду себе другого помощника. Я с ребенком почти всегда, собственно, мы жили вместе, и ребенком я занимаюсь, как бы, мы с ним команда, на самом деле, вот. А где живет? Ребенок постоянно живет. Где его кровать, игрушки? Ну, пока мы жили вместе, соответственно, мы жили в ее квартире. Сейчас. Сейчас со мной, у родителей моих. А она осталась в своей квартире? Да, ну, на выходные я привожу. К ней? Да. Такая мама не нужна. Мама должна быть постоянной с ребенком. Как так? Папа воспитывает, мама только на выходные, когда ей удобно. Антон, а вот я знаю, что у вас в Санкт-Петербурге большая квартира. Хорошо у вас, как у купца, все, и дачи есть, куда детей можно вывести. Несъемная квартира, да? Нет, ну, чтобы было честно, это не моя личная, это нашей большой семьи. Я имею в виду, что у Анечки вообще отдельная есть вопрос. Вы будете объединяться все вместе с детьми? Вот где будет Лешенька жить? Вместе с вами и с детьми? Естественно, хотелось бы, да, создать большую семью, чтобы Антон, дети были вместе. Антон, скажите, пока вы один, ваша бывшая не против того, да, чтобы ребенок жил с вами, но как только бывшие узнают, что у вас все в жизни налаживается, начнет ставить палки в колеса. Ну, что делать? Надо быть к этому готовым. Как он может, я не знаю, следить за ребенком, работать или... А, он бизнесмен. Вас не пугает, что у Анны две девочки с инвалидностью? Нет, не пугает. Да, не пугает, которым нужно больше внимания, чем детям здоровым. Да не пугает, дети, в принципе, хорошо. Замечательно. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейная тайна, либо традиция. Свидание наедине. Ну, идите. На свидание. Екатерина, без помощи родителей или нянь с тремя детьми не справятся. Это как мини-детский сад. У них, у всех, у троих будут разные желания. Нужно все это учитывать. Да? Да вы с двумя, я поэтому, смотрю, да, поэтому, конечно, Аня сейчас будет не до работы. Если у нее амбиции все-таки реализовать себя, да, и спасти все человечество, то вы должны с ней как мама поговорить. Как у вас получилось с женой найти консенсус, что она вам отдала ребеночка? Ну, честно говоря, она не в курсе, где мы. Вот. Просто она в субботу Лешка был у нее. Вот. Ну, а в воскресенье каждое утро я забираю, потому что мы по воскресеньям с ним ходим в бассейн. Ну и, соответственно, потом на неделю он у меня. А она работает в остальные дни, поэтому она не с ребенком? Ну, она работает, как бы, да, в пятидневку, в принципе. А. Ну, он в садик ходит также. Вот. Просто это, наверное, будет для нее сюрприз, где мы. Не очень приятно. Если, допустим, она с ребенком берет, он маленький, а обязательно нужен общий ребенок, потому что на чем держаться будет, собственно говоря. Вот она и будет с детьми. Четвертая, она будет ходить беременной. Будет работать. Обязательно, она не будет сидеть только дома, она с детьми будет работать. Да это понятно, сил бы хватило бы. С четырьмя-то детьми-то. Да хватит у нее, ты знаешь, она какая? У нее вот такая идея, она сейчас знакомится с мамами таких же кохлеарных детей, и она считает, например, что вот они образуют школу, там два дня она, два дня другая, то есть каждый из них может что-то дать. Молодец. По предметам там и так далее. Хорошо, я считаю, этот проект очень спасибо, молодец. И сразу сюрприз. Мы выучили стишок. Да, Лешка? Будешь помогать папе? Угу. Быть папой девчонок, конечно, не то. Там куклы, посудка, больничка, лото. Там пышные платья и косы ребенку. А мне подарила судьба пацаненка. Наш дом украшает и баночки роз. А старенький трактор, что сын мой принес, нашел его в луже у дома родного. Почистил, помыл, и теперь он как новый. А теперь твои. Давай. Гвоздь забить. Гвоздь забить, конечно, к папе. Полку вешать. Полку вешать тоже он. Дело будет. Дело будет.
тоже знаю. Низкий мой? Низкий мой, его пацан. Ну вот, а говорят, щенок. Вот, с сыном надо приходить, который будет ржать от тебя на духу. Ну, человек тоже творческий. Под а теперь давай вместе. Мы команда. Мы команда. Хоть куда. Хоть огонь или вода. Все проблемы нипочем. Дружно, весело живем. Молодцы. Спасибо вам. Пойдем. Катерина. Слушаю вас. Ну, согласитесь, редкий тип отца, вот такое единение с сыном. Вы знаете, вот когда он взял его на руки, стали читать стихи, ну, согласитесь, что все-таки это здорово. Ну, во-первых, он красавец. Красавец, молодой. Посмотрите, в какой он форме, какой он спокойный. Много, конечно, вопросов. Я так понимаю, что у его женщины своя версия, почему они не вместе. Мама, мне кажется, позитивно настроена. Он парень амбициозный, это видно. Он с целями, это тоже по нему видно. И как уж вы расстараетесь, и где вы найдете на это время, с ним будет трудно. Вам будет трудно меньше спать и больше заниматься собой. Вот нужно еще где-то найти себе просто чисто женский огонь, чтобы такого мужчину рядом удержать. Роза. Пока ваши дочки будут в хорошем состоянии, имеется в виду, не будут напрягать и так далее, конечно, и его не будет отвлекать от основной деятельности, все будет хорошо, но он из той породы, мне кажется, что не разбежался. Это, скорее всего, знаете, вот как в старину говорили, сестра богатая, а жена здоровая, и дети тоже. И плюс еще там пацан. Как они так успевают прочувствовать человека за короткое время? Они что-то изучили. Антон, последняя минута близнеца. То есть родился прямо накануне летнего солнцестояния, человек такого перехода. Он где-то очень мудрый, человек, который умеет поставить цели и добиться их, но может показаться очень строгим и действительно может отстоять свое мнение. Но, скажем так, в семье это будет действительно человек строгий. Слушай, ну, я думал, что я все-таки как-то мягкий человек. Может, тебе стоит прислушиваться? Тебе это нужно ведь, да? Будет ревновать иногда, потому что совместимость есть хорошая физическая, но вот если, так сказать, что-то не так, ревнив, вот это. Еще есть один жених. Проходите, знакомьтесь. Здравствуйте, Аня. Меня зовут Дмитрий. Вам цветы. Спасибо большое. И также подарки вам и вашим замечательным дочерям. Спасибо большое. Пойдемте знакомиться. Пойдемте. Дмитрий, 37 лет. Работает техником-электриком в дорожно-строительной компании. Обожает электронную музыку и все, что связано с автомобилями. Гордится тем, что имеет два ордена. Предупреждает, что его избранница должна найти общий язык с его сыном. Неожиданно вернувшись с работы домой, Дмитрий понял, что его жена совсем не та, за кого себя выдавала. Надеется, что Анна будет с ним честна. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие вы симпатичные парни. Прям голубоглазки такие, да? Светловолосики. Ой, и сразу подарочки. Это, кстати, у меня мама рукодельница. Она очень любит вашу передачу, смотрит. Ну, я даже не знаю, где когда... Где живет, в каком городе? Живем, мама живет в городе Тосно, мы в Санкт-Петербурге. Маму как зовут? Мама Нина Дмитриевна. Ниночка Дмитриевна, спасибо вам большое, вот. Дорогая. Приезжайте к нам, просто так поболтаем. Вот то, что она связала вместе с сестренкой, Юля зовут. Вот, это подарки Ане, и для вас тоже подарки. Это вам. Спасибо огромное. Вот, это вам. Спасибо это большое. А вы подготовили, Нэй? Слушай, он знал. Кто вам подарок? Что случилось, когда вы пришли домой? Что вы там, какую картинку? Ну, это как в старом добром анекдоте. Муж возвращается домой с командировки, и обнаруживает любовника. Ну, в принципе... Тут коротко и ясно. То есть я такие обиды не прощаю. Я какая вообще... же это обида? Это такое оскорбление? Ну, это измена, ну, внутри обида, как бы. А она была нетрезва, естественно? Да, естественно. То есть, что она даже не сообразила, как оправдаться? Ну, там уже...
А вы были в браке, в законном уже? Да, в законном браке уже был. Ребенок родился? Ребенок, да, родился. Но ведь о том, что она облегченного поведения барышня, слухи ходили и до свадьбы? Я объясню. Слухи ходили, но когда я с ней познакомился... Лариса, давай все-таки проводим. Там вот дружок сидит во второй комнате. Хочешь познакомиться? Там мальчишка есть. Погуляем, у нее, кстати, машинки какие-то интересные я видела. В принципе, сын старший. Они его будут оставлять, следить за дочками. Ну, смотрите, она любила выпить, да? На тот момент это не так было видно, то есть не так заметно, что как бы... Я объясню. А кем она работала? Она работала проводником пассажирских поездов. Ну, смотрите, и вот у нее заканчивается рейс, она приезжает, допустим, да, на отцепные, от нее так запашок, нет? Да, примерно так. Ну, разговаривали с ней, не говорили, послушай, вот я тебе делаю предложение. Вы же сделали ей предложение? Да, конечно. Вы же официально женились? Вот именно на тот момент. Дело в том, что девушка была спортсменкой, красавица. То есть на тот момент это не так проявлялось. Потом, то есть как бы мы пожили 4 месяца, и вот именно что-то мне в голову стукнуло, то есть как-то вот мы расписались. Вот, она забеременела. То есть буквально, может, месяц-два прошло, она на легком труде, то есть она не пила, вот именно когда была беременна, пока с Денисом была 9 месяцев, потом после рождения, она не пила, то есть была идеальная семья, замечательная, но как бы ей мало стало денег, то есть в семье. Она решила выйти на работу, мама у нее в деревне почтальон, много как бы времени не занимает, ну, в деревне там 3 дома, 2 села, разнести почту. То есть она могла свободно сидеть с ребенком. И то есть мы так решили, что она ребенка отдает, она выходит на работу, вот. И она меня затащила тоже на железную дорогу. Я работал как бы обычным электриком, я стал сначала... А у вас какое образование? Вы очень хорошо говорите. У меня высшее образование. Какое? Железнодорожное. Иди знакомься уже с Денисом. Смотри, какой мальчик. Тоже снимает. Тоже с папой пришел. Иди, садись рядом. После чего вы забрали сына к себе? Когда уже, когда был точка кипения? Такая ситуация получилась. Дениса я забрал, этот день не забуду никогда. Это было 12 октября 2013 года. Мне поступает звонок на работу. Дмитрий Юрьевич, ваша жена находится в дурке, ее определили. То есть она ничего не соображала. А Денис неизвестно белая где. Белая горячка? Да, белая горячка. Я, естественно, как бы находится... Они в Новгородской области живут, в Малоишере. Я в Тосно на тот момент. То есть я срываюсь. Я уже в процессе всех знакомых, которые есть, узнаю, где у меня ребенок. И где был ребенок? Ребенок был в приюте. Ой, спаси Господи. В общем, вы забрали, и с тех пор Денис живет с вами. Да. А с женой сейчас что? Денису официально разведены? Да, официально разведены. Скажите, пожалуйста, дорогой мой, а что сейчас с бывшей, не знаете? 3 года не звонит, не пишет вообще. Я, честно, не звоню, не интересуюсь, мне неинтересно. Я в нем конкурента не вижу. Я просто вот по нему понял эту поговорку «в тихом омуте черти водятся». Если он там вот диджей, он по нему не скажет. Не похож вообще никого. Какие проблемы с ребенком, говорите? Хочу ребенка отдать в кадетский корпус. В Кронштадт, в морской кадетский корпус. Ой, какой молодец. Вот, и... А он сам-то хочет? Что он там 10 лет хочет? Что он там понимает? Роза, на прошлой неделе были на открытых дверях. За уши меня тащить. Папа, хочу, и все. Ну, это хорошая тема. Вас не пугает наличие 2 детей? Нет, не пугает. Ну, кадетский корпус, это, по-моему... Он хочет оставить сына без детства. Ну, да. Молодой человек, может, тебя тоже в кадетский корпус отдать? Нет. Не хочешь? Не давай. Скажите, пожалуйста, вас не смущает разница в возрасте 13 лет? Меня? Да. Нет. Ну, так не скажешь, что 37, да? Нет, вы очень молодо выглядите. Все говорят, 18, а в душе 16. Так не скажешь. Заслужил комплимент сам себе, ты молодец. У вас остался один бонус, семейная тайна или традиция. Есть такая? Да, есть. Расскажите. У нас есть семейная традиция. Мы не так часто ездим к родителям. То есть как бы у нас там дачный участок, там за картошечкой, за лучком, то есть как бы к родителям. Ну и приезжаем, то есть ужинаем, обычно делаем шарлотку. А давайте видео посмотрим, оно у вас есть.
наливаем тесто в формочку. Открывайте же духовку. Нам осталось ждать. Теперь можно приступить к чаепитию. Ты умеешь? Ну, ты, по-моему, у нас все умеешь. Давайте я вам помогу. Давайте, пока Роза помогает, может быть, вы покажете сюрприз, который приготовили? Да, хорошо, давайте. Давайте. Спасибо большое. Мне нужна будет помощь, наверное, и Дениса, и Аня. На самом деле, хороший, интеллигентный диджей. А с виду не скажешь. Будем готовить шашлык на пикник, который готовится в течение 5 минут. Я нарежу мясо. Аня, нужно нарезать лук колечками, чтобы можно было его надеть на шампур. Денис что делать будет? А Денис у нас порежет лимон. Держи. Мясо режется такими дольками, чтобы было удобно насаживать на шампур, чтобы он не болтался вот именно вдоль жилок. Но я умею и так же быстро делать мясо просто режется. Зелень в минералке, я знаю, как это делают. Тоже за 5 минут маринуется. Добавляем соль по вкусу. Ну, здесь так как маленечко мы сделали, у нас же не домашние условия. Естественно, красный перец. И также добавляем черный перец для остроты. И все, это вот так вот перемешиваем. Ну, если нам нужно еще это быстро очень, то это можно залить минеральной водой, либо добавить майонез, либо добавить сметану. И, ну, 10-15 минут, то есть, как бы, готовый шашлык, и все можно на шампур. И все молодец, будет замечательно. Спасибо, парни. Справились. Спасибо. Все, проходите в комнату свою. Ань, у вас не было никакого контакта и взаимодействия, даже маленького, с Денисом вообще? Вы же педагог. И такая вот прям чадолюбка, и хотите спасти весь мир, помочь всем детям? Засмущались. Нет, это в крови, это рефлекс. Либо есть, либо нет. Я вот к чему это говорю. Дмитрий потрясающий. Я вас вижу рядом, ну просто... Но если, например, с Антоном, где будет сын присутствовать пунктирно, он все-таки у мамы бывает, и вместе с ним, то присутствие Дениса будет все время. Мало того, мальчик битый. То есть то, какой он прожил жизнь, это и косо посмотрит, и будет срываться, и будет ревность к вашим девочкам. Вам нужно тогда научить себя просто для начала обращать внимание, быть более внимательным. Хорошо, это вам вот такой совет. Ну, мне очень понравился жених. Потрясающе. И ребенок. Если не будет, забудет слово «маленечко», то с ним все хорошо. Невеста очень понравилась, очень такой приветливый человек. Вот, я надеюсь, что будет все хорошо. Я бы Диме, конечно, во-первых, женщину бы постарше. И, ну, своего круга. Вот здесь прямо конкретно своего круга. А звезды? Дмитрий Стрелец тоже. Он монолитный такой стрелец. У него стрельцы 5 планет. И он человек очень упорный, настойчивый, верит в себя, в свои идеалы. И, вы знаете, влюбляется, видя в женщине светлый идеал. Это человек, у которого жизнь всегда на колесах. Действительно, вот и дом будет на колесах. Даже если осядет дома, будет все время куда-то ездить и менять постоянно обстановку. И люди будут в доме, много народу. Он такой же хозяйственный, как и вы. Луна тоже в Деве. Хочу сказать, что очень, вот несмотря на малое количество средств, он умеет, что стрельцам редко свойственно, их сэкономить, сберечь, да, и живет по средствам. Астролог все верно говорит, так оно и есть. Ну что, Катерина, кого вы советуете своей дочке? Или первого, или второго, или третьего жениха, но не второго. Тот такой очень холодный, рассудочный и жесткий. Какой холодный? Почему она сказала, что ты холодный? Даже не знаю. Может, я ей показался сдержанным слишком? Я в самом начале вам сказала о том, что все-таки семейная жизнь сложная, вы еще детей хотите, еще и карьерой заниматься хотите. Конечно, мужчина без детей. И это Павел. Я ж тебе, Павел, ты, Роза, ты перспективный. Мне все парни понравились. Все. Я прямо считаю, что вам повезло. Но
Мне кажется, женское счастье вы обретете с Дмитрием. А звезды что? Я действительно поддерживаю, все очень хороши в данном случае для вас, но это разные люди. То есть, если первый – это человек дома, который будет в доме, но учтите, не переделайте никогда рака. Близнец показался жестким, он, конечно, очень упорный, сильный человек, но для семьи это все-таки человек очень… вот все для семьи. И Дмитрий, конечно, это человек, который вам, наверное, понятнее всего. Это стрелец со своим законом. И здесь вы можете договориться. Себя слушайте. В любом случае мы вас поддержим. Проходите. Благодарю, Шерри. Я приглашаю всех выйти и поддержать Анну. Не против пройти с нами на сцену? Он не против, главное, чтобы я не против был, я не против. Вы не против? Конечно, нет. Очень приятно. У нас есть пара Анна и Дмитрий. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Спасибо.